Так, мы на самом-самом верху, на северном склоне. Высоту не знаем, забыли посмотреть. 2800. 2800? 2800. Ну, горняшки тут что-то, почему-то нету. У меня есть. Серьезно? Ну, чуть-чуть. У меня же прокатные лыжи, что мне на них смотреть? Да, здесь камешки. Так себе трасса вообще, разбитый крутой спуск, потом пологий такой, на котором нужно разогнаться, чтобы не идти пешком, как те ребята, которые сзади. Это больше не прокаточная, а такая экскурсионная трасса. Вот мое место, откуда я вчера стартовал на параплане. Даже вот рак есть.
забираться наверх. Можно? У меня ступни. Че, пытаешься технично ехать, ноги вместе держать, да? Я подпрыгнул пару раз. А, на коленки подсели, короче. Ага. Че делаем? Поехали. По черной? Не, мы же решили по той, по красной. Или по черной? Ну, поехали по черной. Поехали там хоть людей мало. Это скоростишка. Thank you.
вот так. Над разворотами надо работать. Чу-чу-чу. Привет.